Пока. Всем привет, друзья, на канале Султан. Меня зовут Влад, и мы продолжаем Borderlands 3. Здесь Павлик и Димас. Здорово всем. Да. Это самое быстрое приветствие на канале, наверное. Я пока клеил наушники, у меня наушник сломался. Облил пальцы все клеем. И у меня просто сейчас скукоженными такими варениками я играю. Это все равно тебя не оправдывает. Псы какие-то бегают. Какие псы? Это скаги и жестокус, мой дружбан. О. Так, что делаем? Мы должны найти иридианский раскол. Или раскол? Нам надо раскол. Ехать. Нам надо брать машины, по идее. Боже, какие эффекты. А мы не добежим? А, тут же Элли нам дала машины. А, стоп, ладно, бежим. Я предлагаю взять три. Я тоже хочу взять три. А, тогда я не смогу читать тексты. Тогда поехали со мной, пошли. Ой, это кто? Хрена здоровый. А, вот он. Фига, 30 опыта с него. Так, давай, я вон на, я на Пашу залез. Все, погнали. О. Вот такие я люблю. Первее. Ой, что-то я не туда. Не туда, походу, поехал. А, подожди, или что? Он высоко летит. Да-да-да-да, все правильно. Я до сих пор не вижу, куда он летит. Не туда, налево. Походу это... Вот-вот-вот проход. Это пешком. А, все, понял. Какие-то нет. Все? Погнали, да. Тут собака какая-то материализовалась. Это нормально, это моя. Надо было вот тебе все-таки за руку. Ты же любишь проникать до самых этих. Короче, проезжать туда, куда вообще-то не надо проезжать. Влад во второй части за рулем просто, это, постоянно был. Mm-hmm. Блять, я пешком где-то по горам пытаюсь добраться до точки. Разворачиваюсь, меня уже Влад таранит. Ты где, кстати? Пытаюсь в точке залезть. Чё ты мне напомнил? Сейчас, одну секунду, пацаны. Да, где-то вот так нужно, наверное. Не. Надо дольше этим заниматься. Невидимые стены, это... Приветствую тебя, неброшенный гость, чем могу быть полезным? Ты, наверное, Теннис. Да, это я. А ты, видимо, новый искатель хранилища. И ты, вижу, с картой. Ну, предполагаю, надо... Чего? Я потерялся, короче, пока прыгал. Что-то... Еще, ладно, я беру тогда. Что-то надо. Я смотрю, это невообразимо сложно без цены оружия. Все, ага, пригодится, я понял. Влад, прекращай. Давай лучше я. Куда? Буду читать. Ну, попробуй. Попробуй меня, я без Мне нужно проверить кое-какую гипотезу. Просто стой и слушай. Это же не диалог. Твоего участия не потребуется. Как я подозревала, Тайрин Калипсо — сирена. Судя по всему, она питается жизненной силой других. И Гу для нее — это без сомнения источник пропитания. Пока что. Как тебе должно быть известно, хранилище скрывает источник невероятной силы. Страшно подумать, что будет, если Калипсо доберутся до него первыми. Бандиты орут. Там правда кто-то кричит, или это у меня слово слуховые галлюцинации? Я тоже их слышу, чую, сейчас прольется кровь. Сказал мой персонаж. Как дела, поклонничек? Вы там починили карту? Отдай ее мне, и можешь стать частью. Что-что? Тебя это не интересует? Ладно, мое дело предложить. Твое дело сдохнуть. Вращайте, алые налетчики. Сейчас трое вас, алые налетчики. Мне нравится. Короче, мой братец будет транслировать вашу смерть по всему эхонету. Так что никаких дебильных шуточек и героических выходов. Все равно я это рекламу забью. Глит, если ты меня слышишь, то мы экспедиции напали бандиты. И это не прорыв.
Я уже в пути. Пускайте хранилище, не подпускай к Тане и карте. Кто это, киборг? Это босс. Мафик. Ой. Бедолашка. Погоди, то есть у нас Влад Сирена, Лили Сирена и... Как это? Зараз был. Какую зовут? Как зовут ту мразь, которая сейчас говорила с нами? Танис. Не, Танис не мразь, не надо быть. Про кого-то говорили. Вот эта сестра, Лили. Которая... Лили? А, это? Калипсо? Калипсо. Я забыл, как ты. Просто по лору может быть только 6 сирен в мире. 6 сирен? Нет. Наушка. 4. Я знаю, что Майя здесь есть. Она живая. 4. Помнишь, сирена, пираты Карибского моря, когда Калипсо изгоняли? Вот шипни нежно, как любовницы. Калипсо. А, это Лили, это ё-моё. Нам просто обороняться надо, да, мы понимаем? Защитить Танис, защитить Танис и карту, но у Танис нет ХП, поэтому в чем защита? Танис большой. Это хорошо. На изи. Да, Юки. О, блин, звоню кто-то. Ёб твою мать. Так, мы готовы, Лилит. А, это кто? I did what I could, Lilith, given my vast intellect but limited resources. Shall we give it a go? Чего? В скобках было написано, что говорит Лилит, шевелила губами Танис. Сложно. Что-то не совпало здесь немного в двух диалектах. В двух репликах. А Павел отошел? Не, здесь. Я с этого сюжета сбился. О чем речь? Она починила карту, да? Да, она починила карту. Ну, точнее, да, она ее починила. Сейчас нам, короче, предстоит... Не буду спойлерить, что, но... Так, видимо, так. Нам много нужно добраться до хранилища быстрее Калипсо. Мы и Танис с картой отправимся к ней и встретимся на пусковой площадке. Хорошо. И ты же знаешь, я этого терпеть не могу. Я не могу позволить, чтобы с моим... Можно подумать, ты знаешь кого-нибудь другого. Ага, готово, погнали. Куда идем? Паша. Ау. У предметов, когда на них наводишь в инвентаре, слева сверху цифра, оценка. Это что значит? Слушай, я честно не помню уже. Да. Типа... Где? А, 100 оценка, да, 91. Да, это типа что. А, слушай, я вот честно не обращал на это внимания, когда играл. Как-то. Типа что, круче или что такое? Короче, окей. Может быть, когда продаешь? Может, нет. Как-то это. Цена ниже. Нет, цена внизу. Ну да, понятно. Ну, смотри, два оружия сравниваю разных уровней. И... Можно загуглить. Подожди, в принципе, это оценка. Как будто она просто, знаешь, характеристики, какое-то среднее арифметическое вводит там где-то. Но... А, может это топ какой-то на... А, ну или такой что-нибудь. Не знаю, я недостаточно тут... Я не настолько тупой, чтобы не понимать, какое оружие, блядь, лучше. Это может для тех, кто не хочет напрягаться, там считать, смотреть. По цифре посмотрели, я играл, ладно. Меня это унижает. Обычно, когда наступаю в дерьмо, мне достаточно хорошенько поскрести. Ага, ты когда в дерьмо... Да. Понятно, короче. Что во второй борде, что в первой.
Ты пытаешься читать, а какие-то диалоги либо долго стоят, либо какие-то быстро скипаются, даже половину прочитать не успеваешь. А может, я такой тупой и не так читаю? Английский довольно быстрый местами. В общем, это один из механизмов игры, который позволяет определить, насколько хорошо оружие подойдет игроку. Блин. Я сам разберусь, что мне подойдет. Оценка оружия основывается на нескольких параметрах. Как урон, точность, скорострельность, размер магазина. Как урон. Так аурон. Это который искал кольца. Аурон, да. А вы обратно ушли, да, получается уже? Ну, мы на точку должны идти. А я вниз прыгнул, там сидел. А я там это... Ну, я за тобой бегу. Замешкался. Я у машинок уже. А я за тобой бегу. Скагов давлю. А я за тобой бегу. Ага, вижу. Вот. У нас машина живая? Да, вот она. Одна, да. Ага. Да-да. Да-да. Погнали. Тут недалеко. Че, Паш, продал машину? Продаю. А еще. Спасибо, что позвал. Блин, я бы, знаешь, кого здесь посмотрел бы на эту? На... Как ее звали? Как ее звали? Как ее девочку зовут? Тини? Тини. Тини, да. А, крошка Тини. Я бы посмотрел бы на нее. Она мне так нравится почему-то. Да, она всем нравится, она лучшая. Причем лучший ребёнок... Че, ребенок? Лучший ребенок в борде. Единственный. Тина. Крошка Тина. О, новая тачка. Нам надо забраться в этот заправщик. Короче... Че, я за руль тогда? Мне очень нравится заставка, это Gearbox в начале игры. Когда Тина говорит, такая Gearbox! И то просто... Да. Она двухместная, что ли? Да, нормально, я на ней попрыгаю. Ладно. Надо заполнить цистерну. Я пешком надо, короче, кидать будет, Влад, слышишь? Эти вот бочки. Давай, куда? Сейчас. Я люблю интерактив. Он в телопасе, да? Ну, почти, да. Почти попал. Бандитов поп. Можешь тоже покидать. Вот просто сюда на 10 из 10. Надо только, я не понял, что надо сделать. Заполнить. Короче, идиотическая миссия, я не прочитал. Надо. Короче, всех подряд надо сбивать. Тогда типа канистра заполнится, понятно. Это одна из идиотских, короче, вот, непонятных. Лишенных всяких логического смысла миссий. Надо просто сбивать. Первая миссия обычно учит геймплею, там учат игрока с игрой знакомят с геймплеем, короче. Короче, надо просто сбивать этих летающих. И именно на вот этой машине, да. Нет, и скагов там, они все, короче. О, слышу скагов, где они? Вот. Почему? Есть. А я его не убил? Заполнить цистерну 5. А, ты прям сбивать должен. Сбивать, да. Где эти скаги, блин? Вон. Вон. Вижу. Слышу даже. А мое не работает? Нет, не работает. О, смотри, Иридия 131. Какого Иридия? Или что это, фиолетовый ресурс какой-то? Тут не должно быть Иридия. А, реально Иридия. Почти вся команда уже на борту. Как только найдешь навигационный чип, стартуем. Окей.
Какой чип нам надо найти? И где он? А, да видимо, его. Здесь. Я хрен его знает, не помню. По всей видимости, тут. Я так понял, здесь специально, что тачка не проехала. Ну да. Опыта 2. Не нравится. А мы там, это стена какая-то. Ладно, я вижу, откуда я задание, я пойду туда, да, пешком. Дмитрий, это где? Паш, мы, по-моему, не туда пришли. Да, мы в тупике. Мы в тупике. Там прохода нет. Мы не туда, походу, Димас правильно приехал. Я не приехал, я пишем пешком за том. Но тем не менее, это не с нами, значит, это в другом месте. Я прямо долбоеб, если я сказал, что пойду пешком через всю пустыню. Если я пойду пешком через всю пустыню. Так, я сейчас свою машину достану, что мне доебалось. Уй! Че-то не понял. Чешет такой, давай потолкну. Ускорение, нитро! Да елки-палки, Дима, соскальзываешь. Сосредоточься. Ну да. Я прям над вами пролетел. Я ХП случайно не отнимается? Ладно. Не. От тарана. У меня время кончается, просто не. Все? Все, накатались. Молодец, Димас. А, нет, это сзади был. Это наступил на нас. Тут какие-то черные чевапчичи летают. Так, мы почти добрались. А, тут просто так не добраться, тут слева отходить. А ты где вообще? Я рядом был. Ты валяешься? Да я уже все. Как все? Сигнализируй еще раз. А что так быстро ты умер? Да я думал, пустые стачки не смог. А, ты еще кричи сразу, а? И я такой, опа, а тут из наших. А, тут же бегать можно на shift. На пробел прыгать, кстати. А, точно. Спасибо, Дима. Фига у меня бочкой в лицо. Прикинь, царь сел за нашу тачку и ездит бочками раскидывается. Но он не сел за вашу тачку. Это его тачка. Ваша он сломался. Димас, я это... Подними, пожалуйста. А, я умер. Блин, заранее надо было говорить. Нет, ты просто говорил, я не хотел наступать на горло твоей песни. Я очень ценю, что ты говоришь. Я хотел дослушать до конца. Даже я не ценю, что я говорю. Так, понятно. Я, короче, непонятно где. Но такое чувство, как будто там, где надо. Надо бежать тебе. А, это так много. Ну все понятно, беру тачкомат и еду к вам. Тут все просто. Почему у меня Е не отрабатывает как надо? А, нет, нормально, кил. Дробовик. Так, теперь разобраться, куда ехать к вам.
налево, через все вот это вот. А, понятно. Сейчас я подберу, там кто-то добегает. Это кто, Паш, ты, да, там в пути? Ну, это я, да, пытаюсь понять. Нет, я тебя сейчас подберу, тебе надо левее. Да, да, да. О, пес, на, извини. Задавил пса. Я пса вижу, тебя не вижу. Ты далеко от пса? Я уже, я внутри пещеры. А он не с тобой, в смысле, бегает? Он со мной должен. А вон его давят, там машины. Да, это он их давит. Ой, я сквозь текстуру упал. А, все нормально. Добрый вечер. Блин, сейчас сдохну. А вы где все? Димас, наверху. Ой, это ты. Господи, я стрелял. Дмитрий, я наверху. Упал, я упал. А че не сигнализируешь? Сигнализирую, я упал. Я такая... Так вот, я же говорю, я же научил. Все живые, нормально. Чтоб сразу понятно было. Окей. Так, чё? Пролом в стене. Монорельс какой-то проложен. О! Холодильник, добрый вечер. Бабосики, бабулесики. Интересно, меня а... Меня же триггерит твое. О! Почему? О! О! Значит, а? Он опять откололся от толпы. Где он? Да кто это синяя женщина? Это не на, это наш. Какой классный щит! Мне очень нравится. Где? Сбили щит. Фига себе, он сбивается. А чё это, интересно, зависит? Умираю, пацаны! Стрел, что ли? Сам сейчас умру. А, все, я сам лег. Поднялся. Воскрешаю. Воскрешаю, воскрешаю. Спасибо. Ага. Спасибо. Что происходит? Веселье. Армянская свадьба. Бордянская. Бордянская свадьба. Сколько веселая. Где? Конкурсы интересные. Но. О, навигационный щит. Да, ой, мне прям не терпится улететь, я свой конец потолчал на Пандоре. Что? О, ну чё? А, это сейчас будет? Сейчас будет все. Сейчас будете пищать. Погнали, 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 погнали. Ой! А, все правильно, да? Подожди. А чё так много точек на карте? Куда ехать? А, по пути будем собирать, я понял. Да. Первая к тачке. Подожди, я же на тачке приехал. Где машина? А, она на входе осталась. Если ее там не сломали. Не, вот уже зеленая. Наверху, а я так понял. Ой, там коки какие-то висят. На лэпе. Странно. Очень странно. Кто мою машину угнал? Я. Понятно. Кто это? На! Нет, не убрал!
Так, ладно, Пашу половлю. Так, вижу Пашу. Тоже мимо проехал. Вот он. Майва. Не туда. Не туда. Вон туда. Вон туда. Вон туда. Я тут же место. Вот туда можно, вот так. Поехали, поехали. На шифте, на шифте. А тут без шифта бы проехать. Шифте. Стелс. Где у вас тем урон наносится? Нет. А, че, от своих что ли нет friendly fire кого-то по машинам? Смотри, в лупость попаду. Почти попал. Почти попал. Да. Почти. На карте даже не вижу, куда где точки. Так, че? А, нам не к ней. Ничего, ладно, я соберу с другой стороны тогда. Так, я подошел, что делать? Не понял. Что-то я не понимаю, что. Восстановить топливный заправщик. Да, не понял. Много. А как я должен возместить? А, на Q? Ага. Доставить биотопливо. Чем? Как? А, вот эту хрень? Да-да-да, я вот восстановил уже. Давай, пах. Садись. Я не могу, подожди, мне не дается. А ты с другой стороны пробуй, да. А, все. Пардон. Крупногабаритный авто. Сейчас момент. Не верится, что мы летим на Прометею. Прометей это что, Пандора какая-то другая? Да, вот. Баги заполнены. Новые детали какие-то. Эти дети хранилища по-прежнему прут против королевы и огребают цены по полной. Так, а где наша тачка? Еще за кода. Мы не поедем никуда? Нам пилить надо. А-а-а! Опа! Опа! Все. Че за хрень? Иди, Димас. Я в другой вообще, в конце карты был, нормально. У тебя мультик за вас произвёз? Да-да, я вижу. Огненный ястреб, просто отдай мне карту. Ну уж нет. Ладно, тогда потанцуем. Что-то надо такое смелое так Лили держить. Час? Ого. Ого. Это как Волан-де-Морт и Гарри Поттер, когда схватились своими палочками прям друг в друга. На-на-на. Вообще-то Лилит гораздо сильнее. Правильно. You're a siren? Так ты, сирена? Yeah. Well, ну да. Это у нас семейная. Они все сирены? Я сирена, а он просто паразит. Буквально в смысле слова. Когда мы родились, отцу пришлось его от меня оторвать. Без меня? Что? Он был сдох. Что ты делаешь? Я могу высосать силы из любого живого существа. Даже тебя, огненный ястреб. Легендарная искательница хранилища. Победительница разрушителя. Огненный ястреб. Сколько титулов? А все без толку?
Теперь можно и прикончить. Тай. Тайрин. Ну ладно. Ой, живая, блин. Я аж испугался. Так. Видела бы твою физиономию. Ты типа вся вся такая. О, нет, моя сила. Тай, Тай, налетай. Прямой эфир через 3, 2. Ну как дела, братья и сестры? В прямом эфире с вами королева богиня Тайрин. У нас для вас сегодня супер эксклюзив. Первая строчка в топе запросов на казнь. Великий и той еретик собственной персоной Огненный Ястреб. Гляньте-ка, как ее жизнь ощипала. Улыбочку. Теперь опробуем эту огненную ястребовость. Где мой вип, братья? А, мне нравится. Я вообще не понимаю, что происходит. Кто он такая? Это объяснили как-нибудь? Или я просто появился из ниоткуда? Так, давай уже валим. Хочу проверить, не врал ли Катагава. Объедки пусть псы доедают. Пока-пока, спасибо за карту. И за силы. Не бойся закончить то, что начала. До встречи, огненный ястреб. Или как там тебя теперь называть? Слушай, ну они какие-то крутые. Как же я, блядь, ненавижу, когда сильных персонажей просто ослабляют, чтобы... Сюжет потолкнуть. Это пиздец. Лилит раз в 10, блядь, сильнее, чем... Да в 10. Раз в 100 сильнее, чем ее здесь показали. Ну что за пиздец? Лилит в соло всю армию Гипериона выносила. Она, блядь, подняла этот... Убежище наше телепортировала. Она... Вторая часть начала жрать Иридии, и каждый раз становилась сильнее, а в конце еще и Джека ее зарядил перед тем, как воина выжил. Блять! Сука! Ну, может, они принизили, может, они настолько сильны. Что она ничего сделать не смогла. Этого не показали. Тут ящики какие-то. Тут задания какие-то. Паша без меня уехал. Где квест? Куда ехать? Я не вижу. А обратно надо выйти, и там будет ворота открытые. Там лифт, Димас. Ты это... Да. Мимо меня проехал. Чего? Я кранц вызвал его. Давай. Он приехал. Где мимо тебя? Нет, мне дальше ехать. Нет, вот на втором этаже. Какой второй этаж? Вот, вот, вот назад едь. Я еду в пустошах, я еду прямо. Вот, 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 вот. Прямо. Ну вот, я ехал прямо, а ты мне говорил назад едь. Подожди, так мы здесь катсцену у нас. А, ты же вообще в какой-то ереси там был, когда катсцена началась. Это мы здесь в убежище были. Мы-то далеко не бегали. Так, перезарядить все. Паш там уже? Без меня уехал, пока ящики летал, лутал. Куда я уехал? Я там же нахожусь. Говорил, все, я погнал за сюжетом. Вы пацаны, давайте. Я сами как-нибудь. Че, ты вылетел? Димаса, или че ты? Ну, не, идите, я по пути присоединюсь. Давай, давай. А, это мой щит. То есть я могу закрываться так, пока меня щит не пробьют. Прикол. Я теперь все понял. Тогда мне нужен щит большой емкостью. Немного иридия, я буду питаться.
Это что, по-моему, делает? Скорее! Короче, она говорит, это ловушка, спасайтесь, типа. Скорее, скорее! И мы такие, о, да. А вы где? Я, походу, убежал далеко от вас. Жду. Или у вас там война какая-то? Я вижу только один курсор на карте. Кого-то нет. А, это нет, я вылетел. А почему ты вылетаешь? Я же пару минут назад сказал, что вылетел. Ну да, а у меня было написано, Димасик присоединился. А, или вышел из игры, подожди, я, наверное, неправильно прочитал. Даже не зашел. Не, да пойдем потихонечку, если сюжета основного нет, добежать только надо. Нам надо пробиться к доку налетчиков по мостам. По мосткам. Что такое по мост? Что такое мостки? Убить детей хранилища, нападавших на Лил. Ты еще не пришел? А, вот. Тебя, кстати, Дим, сейчас на устазу закинем. Может, оно хорошо, что закинем. Я и так был у вас. Я спал на рифте под тебя. Все хорошо. Я думал, ты еще где-то там. Ну, у нас тут бойня, короче, прям мясорубка. Да кто, Лилит? Ой, это Лилит лежит на полу. Да. Я Лилит обороняю, если чё. Там пацан с пулеметом идет куда. Фига у него КПВТ на... Это может быть подбосс. Меня положили, ребят, помогите. I hope you appreciate that he's not hurting people for this. Живи! Спасибо. Че там, не можешь убить его? На изи. Помоги ей встать! I've got you. On your feet, commander. Держись, командир. Подъем! Спасибо тебе, искатель хранилища. Я скоро поправлюсь. Давай доберемся до корабля. Искатель хранилища, подойди поближе. Пусть навигационный чип побудет пока у тебя, давай. Ох, это все плохо, он сейчас... Слушай, мне что-то в горле першит, надо было попить что-нибудь. Не-не, я сейчас просто напишу. Я вообще для этого женился. Я бы тоже сходил бы, попил водичкой. Ну, сейчас серию запишет, и это сходим сделать. Слушай, ну уже 40 минут, по идее, можно на этом прерваться. Что, можно следующую серию как раз с корабля начнем. Да. Мы сейчас был охрененный замес, который я не до конца понял, кто это такие вообще. Может, про них заранее говорили? Либо это... про кого ты не понял? Ну вот эти две сирены, вот которые появились. Да. Здрасте, это же близнецы, это главные антагонисты игры. Здрасте, не, нам с самого начала были. А до этого нам говорили про них? Конечно, они практически с самого начала были. То есть только что синематик смотрел с ними, это... Да. Не, а до синематика мы их видели? Да. Да. А как да? А, или мы их только слышали, может быть. Мы видели. Где мы их видели? Они выступали на голограмме перед боссом. Да, 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 кстати. Где-то еще там они появлялись. А, ну короче, они просто типа как маленькие камео их были до этого появления, да? А сейчас там их представили, да. Прям. Да, да. Все, я понял. Да, давайте на этом прервемся. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, отправляйте это видео друзьям. Не забывайте, что ссылки находятся в описании под видео. Трогайте Twitch, VK, PlayLife, VK-видео, VK-клипы. Как ни странно.
Вот, донатить можно в Donation Alerts, подписываться на Boosty и общаться с нами в Discord-сервере, в Telegram-канале, паблике ВКонтакте. Спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии. Всем пока.